ребята, всем привет. Как мы и говорили, к нам приехали аттракционы на площадь. И мы вам хотим показать, как здесь все происходит. Мы рады, что хоть какое-то развлечение есть для детей. Да, а может, что-то есть и для взрослых. Пойдем с нами посмотрим. Да, пойдем. Потом мы уже зашли на эту ярмарку, на этот праздник. Сейчас будем вам показывать, что же тут у нас интересного. Очень много таких вот игровых автоматов. Конечно же, выиграть здесь что-то просто нереально. Цена 3 игры по евро, одна игра евро. Игрушки очень тяжелые. Мы сейчас... Вот, девочка выиграла. А, я думала, это нереально выиграла. Девочка выиграла. Просто мы до этого стояли и видели, как... Ой, громко. Все, наверное, выключу пока что. Ну, не выключу, а помолчу. Я просто говорила о том, что я видела с Настей, мы стояли сейчас минут 5, и люди не могли выиграть, потому что очень тяжелые игрушки. Но девочка смогла. Вот, видите, не получилось, потому что тяжелая игрушка. Но это классно. Она очень рада была, это видно было. Вот, я сейчас поснимаю, как мужчина играет. Ну да, я же сняла первый раз. Но игрушки тяжелые. Чуть-чуть. В общем, как-то так. Ну классно, что можно вообще выиграть что-то все-таки. Это, если честно, лохотрон полнейший. Он есть, кажется, везде. На морях. В общем, вы знаете, что это такое, эти шарики. Это дом страха. Здесь должен быть другой персонаж. Хотя они похожи. Попкорна много, разных ярмарок, также еды. Больше я вижу детских всяких приколов тут, вот, вы можете наблюдать. Карусельки разные. Также алкоголь продают, вот. Поставили для людей такие лавочки, столики, чтобы люди могли покушать, выпить, прогуляться в выходной день, можно так сказать. До воскресенья. Да. Там что продаются? Шашлык, наверное. Картошка, бутерброды, всякие. Бургеры. Шашлык. Качелька такая прикольная, детская. Для детей прикольно. Да. Не, ну, замечательно, да. Для детей это классно, что есть такая возможность. Я не знаю, почему это все здесь не осталось, да. Это был бы и им заработок, и радость, да, для детей была классная радость, это точно. А это, ребята, противоположная сторона ярмарки, сейчас я вам так снимлю, и пройдемся, посмотрим. Дорогу перекрыли, здесь дорога, как вы можете наблюдать, но ее перекрыли. Ты где? Смотрите, сколько всего разного для детей. Это, я думаю, восторг, радость, потому что здесь... А в нашем городе это редкость, поэтому это классно очень. Думаю, родители и дети очень довольны на сегодняшний день, что сколько всего. Также марш какой-то идет, сейчас мы увидим. Вот именно. Это здесь то же самое. Именно там, где монеты. А, монеты. Вот это я всегда
наверное. В детстве в Игроленде. Любила играть. Помнишь больше то, что видела? Да. Мне вообще так нравился этот автомат. Вообще очень детство напоминает. Прикольно, прикольно. Много всего здесь. И потом можно же обменять эти фишки вон на подарок, да, какой-то. А, прикольно, прикольно. Смотрите, также здесь можно посидеть, пивка выпить, с друзьями пообщаться, обо всем поговорить. А вот и пивко продается. Сколько, какая большая там ярмарка. Да? О, сейчас мы здесь, смотрите, сколько всего. Да? Класс, может. Алло. Очень обожаем аттракционы. Прям очень-очень. Тут сколько всего, я посмотрю. Смотрите, какая классная тоже штучка. Точно, что? Вот так, поесть и чисто сюда. Ого! А как они держаться нужно? Подожди. В смысле? Это ненормально. А как они держат? Это пишется горчица за палку. Подожди, а если человек вылетит? Это, наверное, специально, чтобы... Ой, она чуть не упала, ёпты! Ты видела девочку, чуть не упала? Ёпты! Я точно... Ой, она падает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я тоже чуть упала. Смешно. Офигеть, так можно упасть. Я сюда хочу. Она тоже прикольно. Аня стоит. Ой. Я хочу туда. Ой-ой-ой. Можно на пешок. Да нет. Нет. Класс. Ого, быстро! Ханя, очень быстро! Видите, как очень быстро! Ребята, я просто сейчас в шоке, какой аттракцион я увидела. У меня нет слов, я хочу туда срочно. Я не знаю, сколько он стоит, но везде, кстати, цена аттракционов нормальная. 5-6 евро. А, даже 4. Сейчас покажу, вы будете уж просто в шоке. Я очень сильно хочу туда. Вот. Это когда-то мы с Аней в Кириллке на таком аттракционе еще больше был. Я помню, как было классно. Поэтому, о боже, такая очередь, но мы очень сильно хотим туда попасть. Смотрите, как классно. Все, он уже немного... Ребята, я расстроена. Настя ж кричала, да-да-да, я очень хочу на этот аттракцион. Подошли поближе, присмотрелась, говорит, боюсь. Он немного отличается от того, что был в Кирилловке, чуть-чуть выше. Да. И время, кстати, намного дольше, чем мы на море катались. Я уговариваю, она боится, говорит, у меня будет сердечный приступ. Я говорю, сейчас дождь пойдет, молния как шарахнет. Я говорю, мы умрем. Короче, она очень боится, а цена просто смешная, 5 евро. Не вот это, как вы нам пишете, халява, вот это точная халява. Не знаю, я очень хочу, это адреналин, это эмоции. И вообще, я бы на месте Насти уже 100 раз бы сказала, ладно. Не знаю. Страшно ей очень. Да, очень страшно.
честно. Ну, в Кирилловке был точно такой может, же, просто такой, немного что? Ниже. Я что? Поняла. Может, пойти на какой-то аттракцион другой, например, пойти на самолет. А на самолетах еще, думаешь, не, на самолетах не так страшно, не так, как... Ну, немножко, сейчас да. Сейчас пойдем, там. Может, на самолет и посмотрим, как там высоко, нет. Если там чуть среднее, то я пойду туда. А если что, потом туда. Мне уже будет адреналин. Кстати, ребята, реально очень удивили цены. 5 евро, 4 евро, 6 евро за аттракцион. 4, это да. Вообще очень дешево. Это нормальные цены, да. Для взрослых и для детей. Как бы детские тоже не получаются. Ну, просто там выбрать, типа, дартс этим. Ну, не, вы поняли, в шарике пострелять вот этим. Это бред. Я считаю, да, это перебор. Это должно стоить 2 евро. Да, это стоит, кстати, дорого. А такие да. Аттракционы, они дешевые. Да, да. И реально надо идти и кататься. Я говорю, Настя, это 100 раз. Жалко, что нет человека, который смог бы нас снять. Ну, наверное, нас равно не видно было бы. Но мои переживания, как я буду идти туда, я не знаю. Я не знаю. Я надеюсь, что я все равно Настю уговорю. И она пойдет и получит заряд адреналина. Не знаю. На год вперед. Вот, кстати, меняется реально молния, как шарах. В общем, сейчас буду уговаривать. Ребята, мы взяли билет. Вот на что. Первый аттракцион, и мы будем пробовать это. Это очень круто и быстро. Попробуем, рискнем. Ребята, мы уже покатались на двух аттракционах. Насте на втором стало плохо, ее тошнит. Да, мне до сих пор. Я ей говорю, сейчас посиди, успокойся, и этот, все пройдет. Не знаю. На первом аттракционе это были самолетики. Моментами было реально страшно, а моментами вообще не страшно. Вот. Но 5 евро того стоит. Второй, кстати, по времени очень долго. А второй вот это считается самый страшный из всех. Мне было вообще не страшно. Да, это классно, это эмоции, но адреналина как такового не было. Вообще не потому было. Потому что он медленно ехал. Если бы он так вот... Настя. В общем, в целом все очень понравилось, реально. Мы сейчас еще посмотрим, может, на каком-нибудь покатаемся. Но цена реально того стоит. По времени долго, мне очень нравится. Надо нам это или не надо? Настя хочет 2 евро, 3 игры. Девочка что-то выиграла, но в основном все не могут выиграть. Это надо хотя бы десятку сюда вложить, мне кажется. Но он не поднимает игрушки. Грустит ты за машинок, потому что потом расскажем. Зато я могу завтра пойти бесплатно. Сувенир. Ребята, мы пришли домой, как вы видите, уже сколько времени, Ань? 23:59.
Вот, 23 часа 59 минут. После этих аттракционов так и захотелось есть. Не знаю. Настю, в общем, все-таки стошнило. Меня стошнило, пришла домой еще, кроме того, что... Ну, это сидр дала себе знать. Сидр, видимо, аттракционами, конечно же, да. Вот мой страх, а в итоге никакого страха у меня не было, Аня не было страха. Да, весело было, прикольно. Первый аттракцион был веселее. Вот, кстати, ребята, спаржа. Да, спаржу сейчас будем готовить. Сейчас Аня уже включила сковородочку. Вот. Да, чесночок будем и соевый. Сейчас все покажем. Потом расскажем впечатления, да, более, да, подробно. Да, ребятки, наша любимая спаржа с чесночком и соевым соусом. Что это? На единичку. Вкусняшка. Как пахнет чесночок, соевый. Советую всем. Да, там уже готовила девочка по нашему рецепту. Алла. Я думаю, здесь тоже было вкусненько. Да, вкусно.